«Зажги свечу» – так назвали совместную акцию ГИБДД и сочинских школьников, которую организовали в преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Эта дата в международном календаре появилась 10 лет назад по инициативе ООН, как напоминание о масштабной проблеме всего человечества. В руках школьников плакаты и свечи, а еще красные шары по числу погибших на дорогах Сочи в этом году. Минута молчания. В небо взлетают 72 воздушных шара. Участники акции отправились колонной по улицам Мацесты. Памятное шествие, уверены организаторы, должно привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме. Конечно, мы хотим призвать всех участников дорожного движения быть очень внимательными за рулем, пешеходов, быть очень внимательными при переходе проезжей части. Всегда вы должны убедиться в собственной безопасности. Не нужно никогда надеяться на внимание водителей. Рост количества ДТП статистика отмечает во всех государствах. В год на дорогах гибнет 1 300 000 человек. Невнимательность, пьяный водитель, превышение скорости, неисправность автомобиля. Если не бороться с причинами аварии, то уже через 5 лет травматизм в результате ДТП может стать третьей причиной гибели людей на земле. Именно поэтому говорить о безопасности, проводить подобные акции нужно как можно чаще. Мне кажется, благодаря ним дети понимают, что правила дорожного движения – это не просто, это не шутки. К ним нужно относиться более серьезнее. И мне кажется, благодаря этим мероприятиям дорожно-транспортных происшествий станет намного меньше. Завершилась акция недалеко от 11-й школы. Здесь в 2001 году погиб ее ученик. Третьеклассник, перебегая через дорогу, попал под колеса. Тогда этого пешеходного перехода здесь еще не было. В память о погибшем мальчике школьники зажгли свечи, которые выложили в форме сердца, с надеждой, что каждый будет внимательнее, переходя проезжую часть, и такой трагедии больше не повторится. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.